Приморье сахар резко подорожал, более чем на 30%. В рознице рафинад продают за 100 рублей килограмм, сахар-песок – 75 рублей. В других регионах России цена на сахар тоже растет, просто не так сильно – 40-45 рублей за килограмм, сообщает РИА Латньюс. Производители сахара кивают на неурожай свеклы. В этом году из-за засухи собрали на 25% меньше корнеплода. Отсюда и цена. Хотя некоторые эксперты открыто заявляют о сговоре российских производителей сахара и указывают на то, что этим делом должна заниматься Федеральная антимонопольная служба. В Министерстве промышленности и торговли уверены, что ажиотаж вокруг сахара не продлится долго. Похожие ситуации возникали с овощами в начале года и с картофелем летом. По прогнозам экономистов, доллар продолжит укрепляться по отношению к рублю. Так что цены на сахар спадут, но в целом на продукты будут расти.